Дорогие друзья, добрый день. Сегодня 1 декабря в Хабаровске. Опять у нас снежный циклон, метель. Снега обещает много. Будет до завтрашнего утра идти. Все подъемы заснеженные. Следов работы спецтехники не видно. Прошлую неделю они активнее расчищали. Сейчас совсем слабенько. Даже асфальта не видно. Пока критичного ничего у нас нету. Здесь просторный, широкий тротуар, но его не видно. Все занесено. Одни сугробы. Перекресток с улицы Волочаевская на улице Ленина. То же самое. Большой снежный накат. Ну, фактически уже это лед, это уже не снег. Местами, конечно, песок разбрасывает, но он не сильно помогает. Слишком много снега, и обещают, еще больше будет. Конечно, это не самый страшный циклон, который был в Хабаровском крае. На моей памяти самый такой неприятный был, это 2014 год. Первые числа там с 1 по 3 декабря. Потом повторение 2015 года. В 2014 году снега было на порядок больше. Проживал я тогда в Тополево. Проходил примерно 50 минут до автобусной остановки. Обгонял два попутных мне автобуса. И потом уже на третий только садился и доезжал до Тополева. Вот такое было время веселое, потому что в пробке не хотелось стоять. Так я время экономил. Так ты едешь полтора часа, а так 50 минут прошел до остановки, постоял 10 минут и сел спокойно. Улица Дзержинского, подъем на Ленина. И вот такие здесь снежные накаты. Тут 4 полосы, ну, вот на одной из них стою я, потому что она снегом занесена, машины тут не ходят. Не надо быть специалистом, чтобы понимать, что никакой единицы техники тут не проходило, кроме машины, которая песок разбрасывает на снег и все. Чтобы сдвигать снег, очищать дорогу, никто этим заниматься не хочет. На Муравьево-Амурского картина выглядит не лучше, все примерно то же самое, но есть следы того, что проходила техника. Вот, по обочинам все видно. Пока только видно, что остановки расчищает. Но это в центре, что творится в южном, в северном. Даже боюсь представить. Подъем по улице Запарина в сторону Муравьева-Амурского. Но пока здесь никто не буксует, к моему удивлению. Но это и хорошо. Так. Ну вот, бригада идет. Даже сопровождение ГИБДД есть, машины сзади. И вот эту гадость распространяют. Весь поток идет стройным рядом. Качество очистки можете сами оценить. На троечку пока. Ну, хотя бы так. Перед зданием Хабаровской краевой думы всегда чисто, быстро очищает пространство. Перед гигантом тоже более-менее. А то, не дай бог, кто-то из чиновников упадет, из депутатов. Один из проблемных участков, это у нас улица Запарина, здесь всегда у нас пробки. Вот, снега очень много, все это превращается быстро в лед.
Дзержинского, посмотреть, как здесь обстановочка у нас. К моему удивлению, сейчас обеденное время, и в принципе на дорогах свободно. Пробок нет. Неужели много людей отказались от личного транспорта сегодня? На этом завершу сегодняшнее видео. Спасибо, что смотрели. Всем пока.